руки вверх, руки поднял, быстро, руки подняли обе, быстро, стоять, не двигаться, я сказал, стой. Нам поступил вызов о том, что сюда направляется особо опасный преступник, который ограбил инкассаторов, угнал машину, а также при себе у него есть оружие. Мы должны взять его живым. Поэтому мы перекрыли дорогу, и он не сможет проехать. Дорогу перекрыли, нет! Друзья, ну что, всем привет, с вами Сумеречный Мусор. Добро пожаловать на мой канал, друзья. Это у нас Карпарк Мультиплеер, и это у нас реальная жизнь, друзья, в карпаркинге. И сегодня у меня будет очень сложная миссия, потому что сегодня я собираюсь угнать тачку, друзья, и на этой же тачке поехать и ограбить инкассаторов, друзья, в карпаркинге. Так что, друзья, ну что ж, как бы я уже готов. В принципе, я приехал, друзья, с другого города. Я специально, как бы, приехал на вот такой вот колымаге, чтобы особо не полыться. Так что, друзья, сейчас мы в нее вот так вот культурно садимся и выезжаем уже, как бы, в город за той машиной. То есть у меня, как бы, уже есть информация, где, соответственно, машина, которую я буду гонять, как бы, она специально сделанная под 800 сил. То есть, собственно, у меня вся информация про инкассаторов и про машину тоже. Как бы у меня просто, друзья, рассчитано абсолютно все. И, по идее, не должно быть никакой погони. Я на это, по крайней мере, очень сильно, мать его, надеюсь, друзья. Потому что если будет погоня, то, как бы, мне хана, друзья. Меня, как бы, поймают и меня накроют. И просто, друзья, все, минус жизнь, как бы, сразу же, как бы, в тюрягу. Так что, пацаны, я, как бы, с вас, о, минус 50 долларов за проезд. В принципе, пока что никто, как бы, ничего не палит. И я надеюсь, что в городе не будет особо много полиции, потому что, в принципе, я сейчас не особо палюсь. И, блин, черт, я уже вижу полицию, которые вон там вот стоят. Так, красный свет, давайте, как бы, остановимся. Вот тут, пацаны, не будем особо палиться. Так, я вижу одного полицейского. Я вижу второго, зеленый загорелся. Так, давайте лучше поедем сейчас направо, чтобы не палиться с поворотником, и все культурно. Сейчас мы должны будем тут повернуть налево еще, в принципе. Пока что они все стоят, как мы видим, да? То есть, как бы, они за мной пока что не поехали, это уже хорошо, то есть это уже хороший знак. Так что, друзья, я, конечно, все равно буду останавливаться на красный светофор, потому что палиться я не хочу. Так, все, зеленый загорелся, поехали. Так, давайте сейчас я сделаю лучше, думаю, что большой круг, чтобы я не палился, потому что, друзья, эти полицейские в этом городе очень, мать его, хитрые, друзья. Потому что тут, как бы, каждый день рейды, и они просто наготове. То есть они просто готовы, пацаны, сразу, как бы, устраивать погоню, стрелять по машине. Так что лучше будь максимально аккуратным, друзья. Просто максимальная аккуратность. И думаю, что у меня все, мать его, получится. Потому что была информация, что сегодня, именно сегодня, у инкассаторов, как бы, будет очень много денег при себе. Так что, друзья, возможно, сегодня мой шанс, как бы, реально очень сильно, мать его, разбогатеть. Так что сейчас, друзья, мы вот так вот выезжаем. Это, как бы, новый аэропорт, который, как бы, недавно построили. Так что поднимаемся на данный мост и смотрим, они стоят все еще там или же нет. Так, давайте посмотрим. Полиция вот там все еще. Да, они просто охраняют, походу, кто, как бы, заезжает, и, походу, наблюдают, кто, как бы, заезжает в город, кто выезжает. Я тебя понял, хорошо. Все, теперь, друзья, едем уже на парковку. Едем на парковку, друзья. Так, около Макдональдса, как бы, никакой полиции, это уже хорошо. Опа, тут тоже стоит полиция, боже мой. Включаем поворотник. Тут стоит полиция, которая тоже охраняет город. Блин, это очень плохо, очень плохо. Очень плохо, ладно, давайте сейчас заедем на парковку. Вот так вот, как бы, без страха особо. Так, тут у нас какая-то камера еще стоит. Но она, как бы, нам не нужна, так что сейчас мы, друзья, заезжаем вот сюда вот. И давайте кинем мою машину вот тут, например, почему бы нет, да? Все, окей. Глушим. И все, пацаны, заглушили, закрыли. Теперь, друзья, достаем одну очень интересную вещь и взламываем, друзья, ее. Все, друзья, я уже в М4, так что заводим. О, с полточка завелась, малышка. Теперь аккуратно, как бы, выезжаем, как будто это вообще моя машина, друзья. Все, ох, какая она бодрая. Так, давайте посмотрим салон. Так, данная камера меня очень сильно смущает. Там еще когда человек сидит. Ну ладно, давайте лучше уедем с парковки, друзья, и перейдем хотя бы час, чтобы никто ничего не понял. Потому что, друзья, сейчас мы выезжаем с парковки, едем на другую парковку, останавливаемся, как бы, там примерно час и дожидаемся, друзья, инкассаторов, чтобы они уже выехали. Так, это М4, конечно, очень бешеная просто. Так, давайте сейчас мы поедем и остановимся, например, друзья, вот тут, вот, почему бы нет, да, на вот данной вот парковке. Все, заезжаем вот сюда вот, друзья, ждем момент X, когда, как бы, выйдут уже инкассаторы. Так что, друзья, а вы, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, как бы, если вам такое нравится. А мы ждем инкассаторов, друзья. Давайте мы ее заглушим. Все, ждем, пацан.
они должны, в принципе, подъехать, потому что тут я прошел примерно час. Они как бы сейчас должны заехать на заправку и заправиться. А вот они, боже мой. Так, они заезжают. В принципе, как бы я машину заглушил, все. Так, они заправляются. Шикарно, друзья. Так, все идет просто, друзья, шикарно. Я угнал тачку. Я как бы все реально, друзья, культурно сделал пока что. Все идет просто, друзья, шикарно. Так, они выезжают. Так, заводим М4, друзья. И аккуратненько выезжаем, друзья, за ними. Все, поехали. Все, друзья, выезжаем. И просто аккуратно за ними, как бы с поворотником. Вот так, друзья, выезжаем. Ага, он поехал. Все, давай, поехали, друзья. Главное особо не приближаться и особо не шуметь. Но как бы М4 просто очень, друзья, шумная, к сожалению. Она, блин, стреляет огнем. Так, ладно. Пока что все идет шикарно. Так, и вот они подъезжают к тому самому магазину. Так, друзья, все, готовимся. Так, с желтый, красный. И он, походу, да, он заезжает на красный. Так, ждем, ждем. Все, пацаны, поехали. Первая, вторая передача. Аккуратно заезжаем и становимся прямо перед ними. Давай. Стоять нахрен. Так, руки вверх. Руки поднял быстро. Руки подняли обе быстро. Стоять, не двигаться, я сказал. Стой, не двигайся. Так, где у нас деньги? Быстро. Багажники, я вас понял. Стоять и не двигаться, а то уже пристрелю вас обеих. Стоять и не двигаться, я вам сказал. Так, все, пацаны, берем бабки быстро, быстро, быстро. Ага, так, все шикарно. Быстро, стоять, я сказал, не двигайся. Пристрелю прямо сейчас тебя. Так, все, пацаны, бабки быстро в багажник. Все. Все, особо тоже суету не наводите, пацаны, давайте. Альведерчика, говорите, давайте, пацаны. Хорошо было с вами поработать, давайте. Все, пацаны. Все, теперь просто улетаем, просто. Полиция, теперь просто улетаем, пацаны. Походу не передали, не, он выехал за мной, боже мой. Все, пацаны, просто газ, просто вылетаем, пацаны, на всей скорости, боже мой. Там было очень много денег, реально. Нам поступил вызов о том, что сюда направляется особо опасный преступник, который ограбил инкассаторов, угнал машину, а также при себе у него есть оружие. Мы должны взять его живым. Поэтому мы перекрыли дорогу, и он не сможет проехать. Все, пацаны, теперь самое главное просто уехать с этими бабками, потому что как мне эти бабки нужны, если мне даже не... Что там вдали? Что там происходит? Дорогу перекрыли! Нет! Я проеду! Проеду! Я проеду, проеду, проеду. Царапина, пофиг. Все, просто поехали. Они мне дорогу перекрыли, прикиньте. Какие твари, просто они выехали. Нифига там дыма сзади, блин. Все, М4 просто нету. Они выехали за мной, боже мой. Так, все, пацаны, просто летим на всей скорости, потому что я не должен им себя дать поймать. Боже мой, они выехали все, походу, да? Я лечу 300 км в час, мотор перегревается, боже мой. Пацаны, это просто жесть. Я ничего, просто глядя на спидометр, пацаны, это жесть. Какая же быстрая эта М4. Они все просто летят за мной. Только не это, боже мой. Неужели мне хана? Так, пацаны, блокпост. Просто сбиваем нахрен шлагбаум и проезжаем, пацаны. Пофиг, все. Давай, поехали, поехали, нет. Так, нормально, нормально, нормально. Боже мой, боже мой. Фух, давай, все, пацаны, поехали, поехали, поехали. Боже мой, нет, нет, не, 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 только не это, пожалуйста. Сколько их, откуда они взялись, боже мой. Их очень много. Так, давайте поехали, пацаны, в сторону дамбы. Так, держись, М4, пожалуйста, не подведи меня, пожалуйста. Боже мой, Мустанг, откуда у них такие машины? Откуда Корвет, Форд, блин, откуда такие машины у полицейских? Я не знал, что в этом городе такие богатые полицейские, боже мой. У меня при себе, пацаны, полляма долларов. Если меня сейчас просто, пацаны, поймают, то все. На этом мне просто, пацаны, кранты. Меня поймают и думают, что я уйду на лет как минимум 10, пацаны. Это просто погоня, они переградили, блин, гребаную дорогу. И просто выехала вся полиция города, мне кажется, друзья. Это жесть. Я еще и должен заправиться. Боже мой, у меня бензина мало. Черт. Так, доезжаем, друзья, до ближайшей парковки. Кидаем М4. И просто, друзья, бежим пешком. Хотя бы, друзья, на день, на два. Просто, как бы, чтобы я потерялся, друзья, с радаров. И затем думаю, тоже, друзья, я могу вернуться к М4 на другой машине, взять бабки и просто, друзья, от них улететь. Потому что думаю, что у меня это, блин, получится, друзья. Охренеть! А! Ничего страшного, М4, как бы, живи, пожалуйста. Бензин просто на мили. А, бочины нету, пофиг. Она, как бы, все еще живая. Она, как бы, едет хорошо.
бочины, пацаны, нету, бензина нету, мне просто кранты, я хотя бы должен был заправиться, боже, просто, друзья, от них удираем, бензин просто на мели, сейчас как бы машина заглохнет, но пока что, друзья, мы едем, пока что она терпит, так что, пацаны, летим, просто летим, ну, фул, все, все, пацаны, все, бензин кончился, друзья, на нахрен. Все, бензина, пацаны, нету. Теперь план Б. План Б, друзья, план Б. Просто убегаем пешком теперь, друзья. Они едут. Боже мой, нет, нет, прыгай. Все, прыгай, прыгай. Все, друзья, бежим, 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 пацаны, бежим, нет. Там обвал, пацаны. Мне некуда идти. Мне просто теперь некуда идти. Они за мной приехали, но, в принципе, можем в горах спать. Но они меня по-любому уже, пацаны, да, все, он бежит ко мне. Раз, полицейский, все, они, пацаны, все ко мне бегут. Нет, друзья, шансов ноль. Я сдаюсь, боже, я такой дурак. Все, я сдаюсь, пацаны, все, 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 я сдаюсь, да, 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 я за вами иду, все. Садимся в машину, ладно, сажусь в машину, все, сажусь, сажусь. Форд, все, сажусь. Поехали, ладно, все. Так, они про бабки, пацаны, забыли, которые в багажнике, они их не взяли. Есть вариант, что, пацаны, я сейчас просто от них уйду. В моменте просто сбегу. И приеду к М4 и возьму бабки. Но это еще не точно. Так что, друзья, продолжение следует. Всем как бы спасибо за просмотр. Это еще, друзья, не все. Я еще как бы свое возьму.